Всех приветствую. Приехал на рыбалку, на Ахтубу. Ну, практически у нас, можно сказать, Астрахань между. Так что, что могу сказать? Приехал на сазана. Ну, сейчас попробую сазана половить на волос. Буду кукурузу насаживать. Так, вечером попробую половить саменка. Ну, и так по блесню тоже, может, судачок, щучка возьмется. В принципе, упаковал. Сейчас покажу вам. Жестко, да, вообще. И холод Лавренса 9. Так что буду пробовать. Сейчас у нас сентябрь, а жара невыносимая просто. Как будто лето. Ладно, все, на связи. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки, подписывайтесь. Всем буду рад на канале. Вот так вот датчик эхолота устанавливаем. Такой вот крепеж. Вот так просто опускаем. И все. Так, это я вроде подвинул. Вроде не должна цеплять. Так. В общем, прикиньте. Поставил же я датчик эхолота, вам показывал. И что в итоге? Короче, сейчас вам расскажу. Чтобы все знали тоже, не попали в такую ситуацию, как я. У меня есть еще 6-вольтовые аккумуляторы, есть 12-вольтовые аккумуляторы. То есть, и маленькая зарядка для 6-вольтовых. То есть, я 12-вольтовые, которые я взял зарядку от 6-вольтовые. Подсоединил к 12, думал, зарядит, и все, ништяк. Полтора суток у меня стоял, думал, сейчас все, приеду. Он у меня высосал, представляете? Если, конечно, ну так и есть, напишите в комментариях, может, ну, как бы, чтобы не попадаться в следующий раз вот этой херней. Взял эхолот, думал, сейчас ямы пройду, посмотрю, где там щучка, судачок, саменок. Вон, кидаю, стою. Стал на какой-то яме тут. Ай, вообще. Высосал, представляете, прям весь аккумулятор полностью. То есть я включаю, а он сразу отключается, эхолот. Так что на будущее, если у вас 6, ну, за такая маленькая зарядка, в общем, заряжать аккумуляторы, 12 вольтов даже не подсоединяйте, он ее высосет и все. Так, ладно, буду кидать. Сейчас блесню. Вот так вот закину, в принципе, на кукурузку. Стоит, посмотрим, сейчас что возьмется. Может, судачок чуть... Вот там он плескает у нас. Сейчас посмотрим, может, судачка щучку поймаю. Все, всем удачи. Так, что-то на кукурузку я насаживал. Что-то ни хера не клюет. В принципе, я червя насадил, на остальные тоже не обклевывают. Вроде малька, как будто малек вообще исчез. Ух. Щука вот туда кидай, кидай, блядь, зараза, не берется. Сейчас буду дальше продолжать кидать. Сейчас насажу этот крючочек. Смачный. Может, саменок, сазаненок возьмется. Ух, червей сколько. Да. Обидно, конечно, и холод, блин. Аккумулятор подвел. Я даже и не думал то, что он высосет его. Я думал, ну медленно, ну будет заряжать. А хер, он его высадил полностью. Прям надо было дом проверить. Не догадался. Так, ладно, хватит, пойдет. Пойдет. Кусьмяля, ни хера себе, да?
еще так клюнуло у нас тут. Чего у нас тут? Ого, кушок. Нихера себе. Вот это кущамбра. Кушок такой прям. Будь здоров. Хера себе. Ух. Кушамбра. Сейчас только взялась вот такой вот. Поэтому сошла прям вот тут. Не успел включить камеру. Сразу только забросил. Сразу прям. Уже обрадовался, думал, наконец-то. Вот она зелененькую не хотела, она красную тоже не хотела. Меня идет. Там якорь у меня стоит, туда не надо. О, небольшой саменок. Небольшой. Даже бац не нужен будет. А клюнул-то как? Потащил как? Ой, ну что ж ты так? Что так неаккуратно-то? Давай. Вот так. Вот такой. Ну, наверное, грамм 900. Иди по маму веди. Я-то думал, там, блин, уже спиннинг как начал загинаться. Ну, нихера себе. Ладно, иди. Насаживаем сейчас вот так. Чик. Чик. Вот так хватит. Так, надо что-то забрасывать. Вот он, вот он, вот он, вот он. Опять небольшой. Ух ты, сорвался. Небольшой был. Такой же. Ладно. О. Да иди
сюда, ты что встал там? Там якорь, уйди оттуда. Надо колокольчик снять. Кто пугает еще его? Пугает его. Ну, блин, маленький, клёвый, беленький такой. Просто на дурака неохота тащить. Не люблю я делать. Лучше потихонечку её вытащить. Ну да, такой. Небольшой. Как говорится, небольшой, но приятный. Сейчас покажу вам. Такой куклы. Около душечки. Да ебать, урод. Вот это уже... Это уже более-менее. Ай, ладно, он до жопы заглотил. Буду утаскивать. Такой вот хорошенький. Он такой, он кило 800 где-то. Кило 700. Хороший. Так, насаживаем. Ну, в общем, где-то кило 700, кило 800. Около двушки вытащил. Так бы, в принципе, можно было отпустить. Но до жопы заглотил. Еле вытащил крючок. Ну как еле. Можно сказать, блядь, с кишками вытащил. Пожадничал, короче. До самой жопы. Ну такой пучок. Хороший. Хороший пучочек. Ладно, буду закидывать. Ё-моё, ну как так? Здоровенный какой. Охереть, вообще не встать. Хера себе, да, карасина? Заглотил аж такой крючок. Думал, сазанчик уже клюнул. Тут-то было красиво. Ладно. Да ебаня. Может, опять лещ? Сейчас одного леща хорошего вытащил. О, опять лещ. Под лещи, правда, ну. Приятно. Сазанчик не ловит, будем леща ловить, значит. Это поменьше. Тут хороший прям. Забыл его снять. Все, поиспачкал свои сиди. Не сопротивляется, походу, опять лещ. О, хороший лещ. Хорошенький. Сразу понятно, что лещ. Тянешь, он даже не сопротивляется. Как будто просто грузило тянешь. Хорошенький. Я на связи. Сидит.
даже не клевал, решил просто перезакинуть. О, ни хера себе. Вот это да. Куда ты так заглотил, родной? Открывай ротик. Будем делать операцию маленькую. Пока маленький. Масипусечный красавец. Так, ладненько насажу. Вот и походу сазанчик. Ё-моё, сошел что ли? Фу, ё-моё. Небольшой опять. Жирех какой. Жирешок. Хороший жирех. Что-то утро достал, пока не хочет браться. Так за ночь поймал, читай, самёнка, маленьких самят. Сазанчик маленький, этот жерех, окушок. Короче, можно сказать, вообще не бралось. Спал всю ночь. И сейчас утром кидаю. Нихера. Ладно, сейчас попробуем еще чуть-чуть. И домой попрем тогда. Есть, что-то есть. Ай ты. Судачок маленький был. Были писючечки. Вот такой. Ну все, в общем, рыбалку закончили. Закончил, точнее, здесь один. Ну, могу сказать так, так себе. Но без рыбы все равно не ем. Считай, сазанчик маленький, самёнок маленький. Как маленький. Я бы его, конечно, отпустил, но он уже затвердел даже. Он не поплывет точно. А голавлик? Или жерех? Голавлик или жерех, что-то уже не помню там. Окушок тоже. Так что, в общем, если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Старался. Как говорится, уважайте мой труд. Так что ладно, всем спасибо.